Установили штатную мультимедийную систему Red Power 31365 на Toyota Land Cruiser Prado 2018 года, модельного года. Вот. Вот так, собственно, выглядит в автомобиле. То есть устанавливается без каких-либо зазоров, щелей. То есть все четко смотрится. Они, конечно, вообще космическим. Кнопки на руле, то есть у нас все работают, программируются. То есть на долгое, на короткое нажатие, то есть как угодно. Дальше. Здесь комплектация автомобиля с круговым обзором. То есть у нас также с кнопочки включается камера. Вот, различные режимы, и, соответственно, также вырубается. Дальше, задний ход. Также у нас разные режимы. То есть все это работает. Разметка. Так. А, здесь разметка, видать, не меняется. Вот. Ну, то есть различные режимы, сенсор, все это управляется. А парктроники тоже все это работает. И, соответственно, у нас добавляется навигация. То есть Яндекс.Навигатор, либо Navitel, то есть это уже на усмотрение. Дальше Wi-Fi, Bluetooth. Ну, Bluetooth, допустим, там и там есть, но Wi-Fi, допустим, в штатной магнитоле нету. Вот такой вот 10-дюймовый IPS-экран, то есть видно с любого ракурса. Вот, штатный USB работает. И дополнительно добавляется еще один бардачок. Вот. По установке здесь все как на предыдущем прадике, то есть для установщиков единственное переставляются все крепежки, все, ну, как под клипсы, крепежки под клипсы. И все, встает, опять же повторюсь, без зазоров, цвет пластика полностью совпадает. То есть если у кого-то поэтому вопросы будут, вот, подсветка кнопочек синяя, ядреная. Вот, и в принципе... Все. Все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.